Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я разбираю узор, который вам обещала. Новинка от Брунелло Кучинелли. Очень на самом деле простой узор. Вот связала я два образца. Там джемпер, пончо, кардиганчик такой летний этим узором. Он всего лишь состоит, ну, образно из одного ряда, ну, не считая второго поворотного или четного. Значит, вот так вот он выглядит. Кстати, очень симпатично выглядит и на изнанке. Вот посмотрите. Еще связала образец из мохера в два сложения. Тоже симпатичненько. Ну, а наши модели у Кучинелли, я так предполагаю, не помню я, кстати, в описании там, по-моему, лен, хлопок, ну, что-то натуральное, как обычно у Кучинелли. Значит, вот он наш узорчик, простенький, симпатичненький, легко вяжется и в круговую, и поворотными рядами, поэтому вот так. Вот схема, девчонки. Так вот ближе вам. Заскриньте, пожалуйста. Здесь у нас поворотные ряды, здесь круговые ряды. То есть разница только вот направление в поворотных. Вот так вот. А в круговых это все в круговую. Итак, раппорт у нас состоит из 7 петель. Никаких петель для симметрии нам не нужно. Всего лишь 2 кромочные, если ряды поворотные. Если ряды круговые, даже кромочных нам не нужно. Итак, я набираю 2 раппорта. Это 14 петель и 2 кромочные, 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16. Из первого же ряда начинаю вязать узор. Значит, кромочную первую снимаю, далее у меня 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. Сейчас первый ряд вы провязываете вот как лежат петли, а далее мы будем поворачивать. 2 петли вместе лицевой, накид, изнаночная, накид, 2 петли вместе лицевой. Здесь вторую петлю я меняю местами с первой и провязываю. Далее и 1 лицевая. Вот он наш раппорт. Но в середине вязания это 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой, следующий раппорт, накид, изнаночная, накид, 2 петли вместе, меняем местами и 1 лицевая, и кромочную провязываю изнаночной. Изнаночный ряд, как лежат петли, либо четный ряд в круговом вязании. Сейчас я говорю, значит, 2 изнаночные, вот эти накид провязываем лицевой, вот эту петлю между ними лицевая, и следующий накид, то есть здесь у нас 3 лицевые. Далее 4 изнаночные, 1 2 3 4, 3 лицевые, 1 2 3 и 2 изнаночные, 1 2 и кромочная, изнаночная. Смотрите, если это круговой ряд, то мы вяжем 2 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. То есть как лежат петли. Вот эти накиды мы провязываем изнаночными. Здесь же мы их провязываем лицевыми в поворотных рядах. И начинаем с первого ряда. Еще раз вам покажу. Лицевая. Здесь мы провязываем вот эту лицевую и ту петлю, которая изнаночная, был накид. 2 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид. Здесь вот лицевую мы ставим поверх вот этой изнаночной. И провязываем 2 вместе лицевой. Вот. И у нас получается такая красивая косичка. Далее 2 лицевые. Здесь просто провязываем 2 вместе лицевой. Накид, изнаночная, накид. Здесь меняем местами. То есть здесь у меня 2 раппорта. Начинается ряд, если это поворотные ряды, с половины раппорта, заканчивается половиной, то есть половина раппорта вот здесь вот. Здесь при состыковке получается эта полосочка. Вот и все, девчонки, вот весь узор. один ряд, второй ряд по узору. И получается вот такая вот красотень. Летняя ажурная красота. Ну вот и все. Все видео. Больше мне сказать нечего. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.